Актюбинскую область атаковали вредители. Сразу в 4 зерносеющих районах появились опасные луговые мотыльки. Сами бабочки угрозы не представляют, но уже скоро они начнут размножаться, и именно гусеницы способны уничтожить весь урожай. В отдаленном Байганинском районе проблемы уже начались, правда, там сейчас борются с другим видом насекомых. Это видео сняли местные фермеры. Степь безжалостно атаковал полынный листоед. По словам сельчан, массовое нашествие вредителей началось несколько дней назад. Специалисты уже изучили местность. Пока, по данным сотрудников управления сельского хозяйства, вредитель обнаружен в 2 округах. Площадь распространения гусениц листоеда составляет порядка 60 гектаров. Фермеры опасаются, что и без того пустынная местность полностью останется без корма для животных. Это, получается, вредители, которые поедают в основном полынь. Это, в первую очередь, конечно, сказалось те, что, опять же, благоприятные погодные условия. Мы прекрасно знаем, что Байганинский район – это сухостепная пустынная зона, но осадки последние дни, они благоприятно сказываются на их развитии.